Погодка, конечно, уже просто сегодня, ну, майская уже такая прям, душа радуется. Но, к сожалению, это еще не весна. Судя по прогнозам, на выходных еще даже будет минус. Но мы с этим справимся. И очень прошу вас подписаться на канал. Очень прошу вас оставлять какие-то свои комментарии и поставить лайк или дизлайк. Тут уже вам решать. Я для вас делаю то, что могу. Может быть, это некачественно. Может быть, кто-то из вас сделал бы это лучше. Я согласен. Кстати, еще такой момент хотел отметить. Если у вас есть знакомые, или вы можете монтировать видео, да, ну, за вменяемые деньги, потому что, ну, я не зарабатываю. Для меня и это дается все очень тяжело, и во многом мне приходится себе отказывать для того, чтобы снимать тот контент, который я снимаю. Это, ну, мне это колоссально тяжело, но просто в первую очередь мне это нравится, то, что я делаю, поэтому я это и делаю. Но я понимаю, что если бы я умел делать монтаж, ну, скажем так, хорошо умел бы делать монтаж, то с этого материала можно сделать намного интереснее картинку, намного, скажем так, более восприимчивую картинку, да, и более насыщенную картинку можно сделать с этого всего. Но в силу того, что у меня просто нет этих знаний в программе, к сожалению, я делаю так, как я делаю. Поэтому, если есть ребята, которые хотят в этом развиваться и умеют это делать, то мы могли бы списаться, и, может быть, мы нашли бы точки соприкосновения. В любом случае, планы как бы на эту деятельность у меня, ну, как бы большие. Я хочу, чтобы этот проект был успешным в финансовом плане, да, это естественно. Поэтому я думаю, что командной работой мы могли бы прийти к этому результату намного быстрее, чем я буду это делать сам. Поэтому не судите строго. Желаю вам хорошего просмотра. Прага. Погнали. Ale to poznáme ještě, ale to je tak.
боевки на сына не надо. 300 крон. Стало 800 за 300. Распродажа. Это лампа какая-то на... А это в какую цену? А? Это 600 крон, это как... Для литья? На весы. А это грузики на весы, да? Да, грузики на весы. Думаю, Франция или Испания. Реально старенькие. А Фемида сколько? Можем в кронах отдать за 2700 крон. 2700. Есть Ван Гог, есть очень красивый Ван Гог, Пикассо. Был Архипенко утром, но уже продал. 2000 это у нас сколько? 2700 это 110 евро. 110 Терек, евро. Терек. 800 крон. Малый сок по 400-300. А грузики во сколько? Это в евро. 25 евро. 25, да? 25, не знаю, 600. 600. 24 где-то так получается. Можно за 22, ну, добро. А барометр? Барометр 800. Это 32 евро. За 30 можно. 30 плюс 20, 50. 50. Можно. Заберу, да? Можно. 30 евро. 30 евро. 30 евро, да? А те 300 крон? 10 евро. 10 евро. А скоробей для сапог? Что это? Для сапог. 250, 10 евро. 10 евро. Юстиция за 100? Я подумаю еще, похожу. За 100 да, евро. Ну, интересно. А по весу оно сколько? Ага. Немного, 2 килограмма или 2-3 килограмма. 2 килограмма. Оно целое, без, о, со всеми детальками, все, да? Вот. Я на камеру пусть. Вот если Франция, печать Франция. Все оригинально, без нет, не разбитый. А сколько денег? Это 100 евро. Thank you.
знаємо. Він. Да, выбор, конечно, тут. Скільки орієнт коштує? Два пол. Два пол тисяч. Дві з половиною. Дві з половиною теж. Спасибо. Сколько Universal вот этот? Это стоит 250 евро. 250 евро, да? Они на ходу все живые, да? На ходу. Только состояние. Ну. А Альпина сколько? Альпина 3,5. 140 чау, чау. Ты за то скоро бронение. Тогда? Там это бронение. А по штук сколько такое? Это 100 евро. С золотом, да? Спасибо. Какая порода чистина, кстати, ставка? Девят, альтвана, золоту, да? Добрый, дикий. А это современные, да? Ну, новодел уже или старые еще? Старые? Сандеса. 70 злотих? 70, 60, 70. Так же пересад не ставим. А если все? 300. 300? 300. Это металл же, да? Металл.
паузу. Давайте я заберу. За 300 все. Я потом разумею, за 300 всех, багато. Или сколько вы хотите? 300 за один. А, 301, да? А мне, я подумал, 60-71. Ага. А если все, почем? 250. А то уж вам то продавам за накуп. 250, 500, 1000. Две. Не-не, я просто подумал, вы сказали 60-71. И... Яко год? Год вироби. Все, я понял. Я просто неправильно понял. Выбачь ты, будь ласка. Понял, понял. Не, парасадлет старий, йо. Jsem pánovi říkala, když jdeme všechno, tak 250. 250 kus, no, to jinak nejde, ono je to drahý, jo. Бангладеш. Что не брать, а приходил по брату. Приходил по брату, не подла. Вообще то видно. Чёрт, она. Сантика, вот сантика, ты там на меня. Дякую. А сколько вот такая кошта? 6000. А вот это с оленем? 3000. 3000, да? Супер цена. Рамочек и нам стоит 4000. А скільки вот така? 10 тисяч. 10, да? Это Германия? Янтарь? Не, то є піна морська. Ага. Морський вояк. Скільки? 3000. 100 євро. Інтересно. Thank you.
Скільки? Тисяч. Тисяч. Лебеди красивые. А лебеди сколько? 12 тысяч. 12 тысяч. Тоже Германия? Очень нравится. А одиночка? 7 тысяч. 7? 7 тысяч, да? 7 тысяч. Да. Очень интересно. Добре, дякую вам. Сколько? 100. А это?
50? Skály krásné. Za fotelou u doly. Vedle, já nevím, jaké město cudina, jaké satanice, já nevím, jestli to nezůstane na zemi, ale taková dost velká vesnice, jo, jako to, ne, ale to ty jsi na vrchu, oni mají vodu. A barometr, skolko? Klasické cudaví, takové, to je pod tím, jo, že tak mi zrovně vidíš kladno, to je prostě cudina, unhošť a tam. Počkej, no, tak satanice zde jsou tady, to je, no, já bych... A odejdě dvě za 100 budit? Подобнее на то, что это Thank you.